Вы что, смогли вернуться? Кто я? Я и сам не знаю, дружок. Некоторые зовут меня Требюша. Я понимаю, ты встретила курган, потому что я пускай должен просто обойти вперед на усилие. Если ты хочешь отсюда выйти, может быть, поможешь другим заблудшимся духом. Их еще семь, отыщи их. Может быть, ты посмотришь тогда. Еще семь меня больше смущает. Мне кто-то обещал 3 часа максимум. Я даже посмотреть не могу, сколько мы это делаем. Эти шутки лишними явно не будут. Теперь... О! А, это людей показывают сколько. Да. Нам надо 100, да? Нам надо 100. 7 человек. Это мы целый день только в нее будем. Трешобы духов, кровавое письмо для Ака. И самое первое, главное, самое сложное. Ну блин, там 5 враги. До этого врагов не было. 24. Да, я довижу. О, сзади, да. Синие блоки парят в воздухе. Синие блоки парят в воздухе. Ну, так ты можешь его, может, выше поставить? Да. Нет, мне сначала сюда блок поставить надо. Я про него же говорю. Не, сейчас просто ставь. Сейчас я камень поставлю. Нет, чуть ниже. Рыбки со своими вещами там вокруг. А, колокольчики. Да блин. Так я поставил на том месте. Так я мог бы на обратном пути его уже забрать. Смотрелась на красивый вид. Поставь. Главное допрыгнуть. Не, на один блок. Или не хватит.
Черт, теперь 5 опять. А, нет, 15 только осталось. А, дверь тоже сохраняет. А хоть сколько умирает такой? Да блин. Ничего здесь мне нет. Ладно, немножко другая высота. Спасибо, что вовремя поставила. Я запрыгну. Маленький был портал. И еще, и как я тебе допрыгну туда? Раз, два, три. А если их рядом поставить? Если их рядом... Блин, зря ты сохранился. Надо было там сохраниться. Так я могу тут допрыгнуть в теории. Да. Раз, два, три. Три было после. Нет, я не задел. Она синим светится. Back. Да. Наоборот, поставь большой блок рядом с маленьким. Нет, именно который у тебя в левой руке. И нет, просто справа где-нибудь или слева. Нет, на отдельную поверхность, на свободную, да.
Ставь большой. Отец яростно выступал против войны. Нажми. А. И возмущение было выше неба и глубже моря, и сердце людей его услышали. Интересно, гордится ли он мной, смогу ли я продолжить его дело? Поможешь ли ты мне найти причины моих бед? Сидишь там, играешь еще. Не, у тебя заряд сколько пишет? Или вообще мало? Нет, или давай сейчас подключим его. А, блин, подключить-то некуда. Примерно 30%. Не, у меня тут-то есть. Let's do this! Так хотя бы умножить. Ой, хотя бы, чтобы... Ты вышел, да? Подвинь еще ближе этот блок, первый. Не-не-не-не, именно первый, нет, который квадратный, поверни. И вот ты можешь подвинуть туда ближе. Ну ладно. Ты... А, не достает. Так мне... Нафиг тебе он не перевел. Это даже не английский. Да. Во. Спасибо, отлично, я согласен. Оставь мне... Да, я тоже хочу так сделать. Не камер? Нет. Лайзеры слева там. Блин, на них тоже нельзя прыгать.
Да ёпрст. Да, издевательство. Почти успел. Еще 4. А может ты просто не поставишь и обратно вернусь? И там сохранение заодно будет. Ты мне поставишь? Блин, не спал, ладно. Ладно, была попытка. Посреди ночи я проснулся в ужасе, потому что на меня кто-то смотрел. Нет, я не допрыгнул. Один только. Блин, я один с этой стороны. А, ты так блин, мне проще уже туда сходить, дуло поставить все. А кто неаккуратно ставит? Спасибо, я верю в тебя теперь. Да. Да.
Поверхом.